Не буду персонализировать, потому что будет жестко. Мы здесь всегда плохо придумываем, мы здесь всегда рожаем. Приветствую всех фанатов волейбола, меня зовут Григорий Никифоров, и сегодня в видео мы поговорим о настоящей битве за первое место в турнирной таблице, которую мне удалось увидеть вживую. На Локомотив-арене новосибирцы принимали Зенит Казань. Долгих вступлений не будет, про подписку, лайк и комментарий вы и так прекрасно помните. Скажу лишь то, что в конце видео вас ждет небольшой эксклюзив с Алексеем Вербовым, где вы узнаете секрет пушечной подачи Локомотива на домашней площадке. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. В очередной раз хочу восхититься работой пресс-службы Лока с болельщиками. Новосибирцы не просто заполнили 5000-ную арену в будний день, но и умудрились выкупить все билеты на субботний полуфинальный матч Кубка России, в котором эти соперники встретятся вновь. Не будем тянуть и перейдем к стартовым составам. Алексей Вербов удивлять не стал. На площадку вышла основа за исключением Сэма Деру, который все еще недоступен из-за травмы. Пламен Константинов же доверил эту встречу исполнителям, которые на днях разобрались с кемеровским Кузбассом. Да-да, Йоан Делиал появился с первых мячей. Первый же розыгрыш этого матча дал болельщикам обеих команд, да и нейтральным зрителям понять, что зрелище будет потрясающим. Суперзащита от Макса Михайлова, затем от Сергея Мелкозерова, а после и от Романа Романовского. Ну красотища же! Одержав победу в столь затяжном эпизоде, Локомотив начал набирать обороты. Мощная подача и классная работа на блоке помогли подопечным Константинова уже на старте завладеть неплохим преимуществом. Даже тайм-аут Алексея Вербова не сработал, новосибирцы словно по рельсам двигались к цели, а вот казанские звезды выглядели растерянными. Правда, стоит сказать, что давление на них было колоссальное. Подача у Лока летела убийственная, а болельщики на трибунах создавали такой шум, что на арене было снимать-то тяжело, что уж тут говорить про игру в волейбол. К середине сета атмосфера чуть успокоилась, и Зенит маленькими шажочками начал приближаться. Стабилизировали съем, стали появляться брейковые шансы, но реализовать их до поры до времени не получалось. Вот, например, что вытворил Волков. Красивейшая передача за голову в прыжке, по сути, на чистую сетку. Но Игорь Кобзарь был на чеку и смог один в один отловить Михаила Лабинского. Буквально на следующем съеме Игорь своим блоком вновь помог команде уйти с тяжелой подачи соперника, но это не могло продолжаться вечно. И на планере Максима Михайлова Локомотив притормозил. Ивович остановили блоком, Лызик не забил первым темпом, а Вольвич реализовал переходящий мяч. Преимущество Лока перестало казаться таким недосягаемым. Далее мы с вами увидели хороший затяжной эпизод, оставшийся за гостями. Но по результатам видеопросмотра мяч достался Локомотиву. Это вывело из себя буквально каждого представителя казанской команды. Давайте разбираться. Вот повтор с трансляции. Кристенсен выполняет скидку в пределах троса. Касание получается продолжительным, и когда мяч отрывается от его руки, она находится на стороне соперника. Этот момент можно было бы трактовать как борьбу на сетке, но по моему мнению судья принял правильное решение. Ведь борьба подразумевает одновременное касание игроков, а после скидки мяч пролетел небольшое, но все же расстояние до рук Марка Ивовича. Ваше мнение по этому эпизоду жду в комментариях. Такая эмоциональная пауза плохо сказалась на хозяевах площадки, и Лока, допустив пару ошибок, свел добытое преимущество до одного мяча. Выручил команду Раджаб, который находится в отличной форме. Тяжелейший съем, а затем эйс вынудили Вербова использовать второй перерыв. Правда, он совершенно не помог. Два блока подряд после тайм-аута, и Локомотив вновь уверенно движется к победе в сете. Принес ее Дмитрий Волков своей ошибкой на подаче. 25-20 – отличное начало для подопечных Пламена Константинова. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн.
Заглянув в статистику, мы увидим 6 командных блоков, 2 эйса и 8 очков Раджаба. Вот она, эталонная игра новосибирской команды. У «Зенита» же, очевидно, были проблемы с атакой. 32% реализации – это, конечно, совершенно не те цифры, которых ждал Алексей Вербов от своих подопечных. Двигаемся в сет под номером 2. И он стал совершенной противоположностью первого. «Зенит» с первых розыгрышей захватил инициативу, а «Локомотив» выжил стоп-кран. Но совершенно ничего не получалось у хозяев площадки, несмотря на сумасшедшую поддержку родных болельщиков. Уже к середине партии мы увидели полностью резервный состав железнодорожников, ведь на табло было минус 10. И это не погода за окном. Будем честны, если бы не два эйса подряд от Амара Курбанова, Лока и за 10 очков в этом сете мог не выйти. Разгромные 12-25, на которых подробно останавливаться просто не хочется, но один эпизод стоит обсудить. Середина партии, Кобзарь пасует одной рукой, Лызик забивает. Вербов берет просмотр на чужой мяч. И вот что мы видим на экране. Судья принимает решение в пользу казанской команды, как будто возвращая должок из предыдущей партии. Ну а теперь мое мнение по эпизоду. Чтобы отдать мяч «Зениту», какая-то часть руки Кобзаря должна была находиться слева от антенны, то есть на стороне казанцев. По данному повтору, даже максимально приблизив, я не могу сказать на 100%, что хоть какая-то часть руки пересекает верхний край сетки. Поэтому по-хорошему, в связи с невозможностью точного определения, должно было сохраниться первоначальное решение арбитра, а оно было в пользу Лока. А как считаете вы? Мне просто необходимо ваше экспертное мнение. Оперативно отмечаем 6 блоков и 2 эйса уже казанской команды, а также 17% позитивного приема у хозяев площадки. И летим в третью партию. Стартовала она по сценарию предыдущей. Казань классно подавала, причем на вылет, а новосибирцы допускали собственные ошибки, что уже в начале вынудило Константинова тратить перерыв. Тайм-аут совершенно не помог железнодорожникам, Кобзарю не хватало качества передачи, и это очень осложняло жизнь нападающим Локомотива. Мало того, что на другой стороне Зенит, обладающий шикарным блоком, так еще и пас от партнера надо умудриться исправить. Поэтому прямая замена связующего от пламени Константинова смотрелась максимально логичной. Не скажу, что появление Жиганова сработало как волшебная таблетка, но создалось ощущение, что нападающие стали чувствовать себя чуть более комфортно. В какой-то момент показалось, что Локомотив полностью остановился, но на авансцену вышел Дмитрий Лызик. Именно подачи центрального смогли вернуть интригу в этом сете. Сначала эйс, потом блок, а после тайм-аута Вербова фантастическая защита Жиганова и заступ при атаке задней линии Дмитрия Волкова цифры на табло сравняли 12-12. Своей серией Лызик отправил отдыхать Илью Федорова, возложив на плечи Валентина Кроткова эту задачу. До этого либеро появлялся только для защиты. Началась равная игра, состоящая из ошибок на подаче и обмена результативными съемами. Ни одна из команд не хотела отдавать инициативу, но в этом моменте у Лока были все шансы заработать брейковый отрыв. Не получилось. Блок казанцев на месте, а в доигровке беспощаден Артем Вольвич. Пришлось опять ждать подачу Лызика, который в очередной раз не подвел. Эйс от лидера хозяев отправил команды на перерыв по инициативе Алексея Вербова. После тайм-аута Локомотив имел все шансы увеличить преимущество. Отлично отработал блок, затем защита. Алиал почему-то не стал рисковать в атаке. Да, ситуация была сложная, но так легко отдавать мяч на сторону соперника чревато пайпом Дмитрия Волкова по сути на чистой сетке. И бразилец посыпался, решил не принимать планер Кононова, а затем не смог реализовать атаку, за что казанцы оперативно наказали. Правда, в этом розыгрыше была достаточно спорная передача Кристенсена одной рукой. Эксперты, что скажете, есть ошибка? Спасать ситуацию вышел Амар Курбанов, и как минимум удержать счет равным у доигровщика Лока получилось. Реализовав тяжелейшую атаку на тройном блоке, Амар отправил команды в равную концовку. Ну а этот розыгрыш позволил Лока вернуть номинальное преимущество. Без лишних слов, Вадима Жиганов брависсимо. Конца
Концовка партии получилась абсолютно равной. Обе команды имели шансы завершить сет в свою пользу, но больше повезло «Зениту». Сначала в затяжном эпизоде Вадим Ожиганов не смог обработать сеточный мяч, находясь на задней линии. А затем казанский блок смягчил атаку Раджаба, и Михаил Лабинский пайпом завершил игровой отрезок. 25-27. Сет получился максимально равным. Обе команды сделали по 3 эйса и 3 блока. Правда, класс игроков стал проявляться. Локомотив, отпринимав на 38%, превратил их всего лишь в 39 реализации. А вот Майка Кристенсен и компания умудрились с 23% позитива сотворить 42%. Что уж тут сказать, мастера. Качели продолжились и в четвертом сете. Серия результативных атак Раджаба позволила Локомотиву выйти вперед на старте игрового отрезка, но буквально тут же непроходимый в этом матче блок казанцев цифры на табло сравнял. Очередной спорный эпизод, как мне кажется, добил эмоциональное состояние новосибирской команды. Ожиганов вывел Ивовича с задней линии на одиночный блок. Марка атаковал, и мяч то ли задел, то ли не задел плечо Дмитрия Волкова в защите. Судья касания не увидел, но оно очевидно для всей новосибирской команды. Посмотреть такое нельзя, остается только спорить и получать желтые карточки. Вскоре «Зенит» увеличил преимущество до 3 очков. Очень неудачно попали в странные блоки, зато в сетку. Павел Лабинский отправил мяч далеко. В какой-то момент после защиты Куркаева и филигранной скидки от Марка Ивовича в глазах болельщиков все же засияла надежда на спасение этого матча. Но блок на Раджабе и ошибка Амара Курбанова после не лучшей передачи Игоря Кобзаря, вернувшегося на площадку, оставляли все меньше и меньше шансов на камбэк. Его и не случилось. Дмитрий Волков реализовал доигровку после хорошего спасения от рекламных щитов Марка Ивовича и завершил эту битву. 18-25, 1-3. Казанцы сохраняют лидерство в турнирной таблице Пари Суперлиги. Хороший матч провел Раджабдибир Шахбанмирзаев, набравший 20 очков. А вот старожила стартового состава Марка Ивович все же подустал. Но это рано или поздно должно было произойти при такой нагрузке. И если с приемом он справился на отлично, то вот подачу, а самое главное атаку, провалил. 20% реализации при плюс-минус такой же загрузке, как у Раджаба. Конечно, тут еще вопрос качества передач от связующих. И Кобзар, и Ожиганов провели не самый лучший матч. Давайте послушаем главного тренера. Не буду персонализировать, потому что будет жестко. Поэтому лучше мне ничего не говорить. Я думаю, что все видели, как прошел сегодняшняя игра. Надо только смотреть дальше. Ничего позитивного после первой партии. Хотя был момент третьего, который повернули. Даже были вперед, и там тактически опять несколько раз ошиблись. Одна-две ошибки в конце тактически с Казанью проигрываешь. Много брака. Не могу сказать, что красивый волейбол, не понравился. Так, ну теперь к обещанному эксклюзиву от Алексея Вербова. Какой секрет знает Лызик, что второй сезон просто выбивает либера ваших, ну, в основном Федорова? Покроткову сегодня приложился. Ну, во-первых, давайте будем от позитива всегда исходить. Да, это Лызик молодец. То есть тут не вопрос, наверное, в кого попадает. Когда Лызик попадает вообще со своей высоты, со своей скоростью, не просто становится всем, да. Во-вторых, давайте будем откровенны, я сегодня Илюхе через игру, а здесь играть, ну, не каждый способен вообще, в принципе, да, хорошо, а когда человек пропустил 2 недели, тем более, да, но так как в преддверии важного матча послезавтра, вот, конечно, нам Федоров на площадке нужен, да, и как раз его прием нам хотелось бы, да, иметь в арсенале, тем более в отсутствии Сэма Деру, вот, так что, насколько он мог,
сегодня, да, просто постоять и почувствовать, проникнуться этой атмосферой и вернуться в ритм игровой, да, это не было сегодня какой-то феерии, понятно, но мы это ожидали. И я очень рад, я надеюсь, что даже вот те касания, они не были, наверное, он может гораздо лучше, но я и не ожидал сегодня от него чего-то лучше. Так что сегодня, я думаю, вопрос, ну, не по теме именно сегодня, да, а до, я согласен, мы тут не только либеро или кто-то еще плохо принимает. Мы здесь всегда плохо принимаем, мы здесь всегда рожаем. Если хотите, я знаю, что вы любите погружаться в такие, да, глубокие моментики. Я скажу, что в Сибири, допустим, давление мячей, оно отличается. Сейчас меня тут будут закидывать вонючими тапками, да, но глобально это правда. То есть и даже в моем лексиконе есть такое название, как подающие или атакующие мячи, или защитные мячи, да. То есть вот здесь всегда, когда мы приезжаем, то есть эти мячи, они атакующие, да. Здесь немножко другое давление, и здесь реально, если мы возьмем мяч, ну, если так гипотетически можно представить, в Казани, да, подбросим, отпустим, да, и здесь, то здесь мячик отскочит выше. То есть это, может, я даже сейчас для кого-то, да, такую новость расскажу. И, следовательно, вы сами понимаете, контакт с руками, он тоже другой. Иногда, может быть, из-за этого Новосибирск, уезжая отсюда, да, куда-то там в другой регион, тоже себя чувствует некомфортно. То есть это одна из, ну, не преимуществ, наверное, но это одна из сложностей, с которыми надо сталкиваться принимающим. И насколько быстро ты можешь к этому адаптироваться, ну, настолько тебе будет легче играть там здесь. Хотя легко, наверное, играть здесь невозможно. То есть это суперзал, который просто там тащит ребят. Ну и команда, ну, соответствующего уровня. То есть я думаю, что сегодня матч в моменте был за первое место в турнирной таблице. И ну, это о чем-то говорит. Скажу честно, по поводу давления в мячах я слышу впервые, и это действительно стало для меня удивлением. А вы знали об этом? Напишите в комментариях. Остальная же часть нашего разговора уже по традиции доступна в телеграм-канале Саша с Севера. Переходите по QR-коду или ссылке в описании. Там же не забудьте ознакомиться с невероятным исследованием от Александра Гороховика. Текст получился что надо, скажу по секрету, даже Алексей Игоревич им восхищался. В заключении напомню вам, что это была первая битва между этими соперниками. Война продолжится в рамках полуфинала Кубка России. В эту субботу в Новосибирске и 8 декабря в Казани. Как думаете, успеют ли коллективы подготовить сюрпризы друг для друга? Или же матчи пройдут по схожему сценарию? Жду ваше мнение в комментариях. По игре остались смешанные впечатления. Не могу сказать, что Локомотив смотрелся сильно хуже. Но остаются вопросы по моментам, когда команда просто останавливается в одной расстановке, а затем, превозмогая все, летит отыгрываться. В общем, ждем субботнего матча, про который я также расскажу вам в обзоре с погружением. Про подписку на все соцсети и лайк напомню. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же, как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи!